Кукс ФМ. Тревел-блог «Крали в терминале». Привет, страна, это Василиса, и мы на связи с нашей соотечественницей и по совместительству популярным тревел-блогером Ксюхин. Привет, Василиса. Привет, дорогие слушатели Люкс ФМ. Сегодня я вещаю с другого конца земного шара, из города Окленд, что в Новой Зеландии. Сюда я прилетела прямым рейсом из Дубая. Этот перелет, кстати, на сегодняшний день считается самым долгим в мире. 17 часов 25 минут. И да, мы летим без дозаправок. А вам слабо? Ну, честно говоря, мне да. Ха-ха, это еще что? Не забудьте по прилету проверить чемоданы и задекларировать всю еду, потому что даже какое-нибудь забытое яблоко может стоить вам $400. После небольшого отдыха я, конечно, выхожу в город. Должна признать, что в центре Окленда делать особо нечего. Несмотря на то, что он так далеко, его даунтаун не отличается от любого другого. Магазины, супермаркеты, кафе и вечно спешащий в офис и из офиса народ. Поэтому даже если у вас немного времени, смело отправляйтесь на причал и уплывайте на острова. Самый большой и популярный – Вахеки Айленд. Помимо потрясающей природы, там находится множество виноделен, в которых можно не только увидеть, но и попробовать знаменитое новозеландское вино. А если повезет с погодой, то вино будете пить с видом на океан. И именно там я рекомендую сделать вам то самое красивое фото для Инстаграм. Также настоятельно рекомендую отправиться в Хоббитон. Это место, где снимали фильм «Властелин колец» и «Хоббит». Если не смотрели фильмы, ехать все равно надо. После этого места точно захочется посмотреть. Там сказочно во всех смыслах слова. Что касается еды, я бы рекомендовала налегать на морепродукты. Да под белое местное вино, идеально. Чуть не забыла, если решите купить алкоголь в магазине, его не продадут без паспорта с подтверждением, что вам уже есть 25. А что из местного вот 100% следует нам попробовать? Обязательно попробуйте уникальный мед Манука, который эксклюзивно производят исключительно в Новой Зеландии. Кто-то еще называет его Манука Хани. Полезен до безобразия, поэтому некоторые его виды нельзя съедать больше, чем 2 чайные ложечки. Будьте здоровы и спасибо, что не забывайте. Ваша Ксюхин. Крали в терминале. Тревел-блог на Люкс ФМ.